Малая родина Калмыкия. Под таким названием штабе общественной поддержки запустили проект в рамках тематической линии «Гордость». Проект направлен на развитие патриотического воспитания жителей региона путем рассказов и мастер-классов о калмыцком народе. Так, региональными ведомствами культуры были проведены выставки, презентации, квиз-игры и национальное письмо. У нас регион очень колоритный, нам есть что показать. Мы стараемся сохранить наши все традиции и обычаи. И сегодня с молодежными общественными организациями мы проводим вот такую выставку активности, на котором каждый может ознакомиться с нашей культурой, попробовать себя в написании своего имени на тудобичик, ознакомиться с нашим местным заповедником, где у нас обитают наши прекрасные сайгаки, попробовать разгадать, наверное, головоломку калмыцкую на Рынчинджи.